Всем привет, добро пожаловать на канал ВТНТ, с вами как всегда я Владимир Тишевский. Я покажу вам одну интересную вещь, называется Insta360 Nano S. Это камера, которая снимает 360 градусов картинку видео и может ее также транслировать, можно онлайн ее транслировать, но это если у вас хороший интернет. Но перед тем, как я о ней расскажу, я хочу вам показать комплектацию. Первое, что не может не радовать, то что внутренняя часть коробки это картборд. Провод здесь обычный микро-USB для того, чтобы заряжать, и плюс ко всему можно передавать файлы. Еще здесь есть подставочка. Такой небольшой приятный бонус в комплекте. Теперь давайте смотреть непосредственно на камеру Insta360. Она имеет с двух сторон камеры, видите, и с той стороны. Nano S подходит для iPhone. Здесь есть разъем Lightning. К сожалению, для других смартфонов она не подходит. Но у производителя есть и другие камеры, которые подходят или для самостоятельной записи. Кстати, эта камера также подходит для самостоятельной записи. Или же, возможно, подключить другой смартфон. На камере есть одна единственная клавиша. В нижней части находится микро-USB, а также слот для карты памяти. Здесь у меня стоит 16-гигабайтная карточка. Включается эта камера тем, что вы зажали. И в этой части загорелась лампочка. Камера, можно сказать, готова к эксплуатации. Когда нажимаем кнопочку, то тогда происходит фотография. Когда нажимаем два раза клавишу, то тогда происходит процесс записи видео. Сейчас эта камера записывает видео. Можно повернуть, если хотите. Ну вот как-то так. Два раза нажимаем, останавливаем и зажимаем клавишу. Выключаем камеру. Также хочу отметить, для того, чтобы обрабатывать фотографии и видео с данной камеры, необходимо специальное ПО. И это ПО можно скачать на официальном сайте производителя. Что касается камер, то они имеют разрешение 20 мегапикселей и возможность записи видео в 4К. Также есть возможность видеозвонков в 360, но необходимо, чтобы это поддерживало ПО. Также у камеры есть оптическая стабилизация и возможность трансляций прямо на Facebook Live или Periscope. Что касается аккумулятора, то здесь батарейка 800 мА. Если говорить о разрешении фотографий, то это 6672 на 3136. Так, теперь давайте подведем итог по данной камере. Во-первых, Insta360 это интересное устройство для тех людей, которые хотят себя снимать в необычном виде. То есть вот в таком необычном формате и делать, можно сказать, необычные видео. Я знаю очень популярного видеоблогера, это iJustine. И она постоянно ходит с камерой 360 и делает реально кучу крутых снимков. И то, что у нее получается, это действительно очень круто. Возможно, я также буду делать. Единственный нюанс заключается в том, что данная камера, к сожалению, подходит только к iPhone. То есть, если у меня Android устройство, то я подключить камеру к нему, к сожалению, не могу. И также здесь нет как такового крепления на какой-нибудь штатив. То есть, этого тоже не хватает из-за того, что она подключается именно к телефону. Днем, в принципе, этот аппарат делает неплохие снимки, но вот вечером хотелось бы получше. Стоит ли покупать данную вещь, это уже решать вам. Все зависит от вашего ритма жизни. Но в целом скажу, что вещица интересная. Что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях, а я буду заканчивать свое видео. Спасибо вам за просмотр, ставьте лайки и смотрите другие интересные видео. Всем пока, до скорых встреч в новых видео.